Ничего нет страшнее, чем потерять любимого ребенка. Навсегда. Самая дорогая потеря. Детское автомобильное кресло – минимальная плата за безопасность вашего ребенка. Установите кресло. Сохраните жизнь ребенку. Уважаемые родители, рекомендую покупать кресло для детей, пристегивать и не перевозить детей без кресла. Оно спасает жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Ты должна жить в кресле. Мы живем в маленьком городке, но проблема жизнедеятельности наших детей так же актуальна, как и в мегаполисе. Родители города Козловка голосуют за безопасность своих детей. Мы за безопасность наших детей!